На заседании коллегии Одесской облгосадминистрации, которое состоялось 25 мая, были рассмотрены три основных вопроса – о повышении уровня заработной платы и легализации занятости населения в территориальных громадах, проблемы морехозяйственного комплекса, состояние и проблемные вопросы лесного хозяйства Одесской области. На заседании были заслушаны доклады исполняющих обязанности руководителей портов Одесской области. По завершению коллегии проведен брифинг председателя Одесской облгосадминистрации Сергея Гриневецкого. Аналіз зробили по Україні, по області, по кожній ОТГ, по кожному новоутвореному району, по кожному місту обласного значення. Я вам хочу сказати, що профільні заступники сьогодні в цьому напрямі працюють доволі ефективно, виходять на підписання меморандуму з галузевими представниками. Ми залучаємо профспілки до цієї роботи з тим, щоб все-таки наповнювати місцеві бюджети, виводити істинні заробітну плату, а саме головне – створювати майбутнє для пенсійного фонду і для пенсії кожного працюючого. 8 років тому був прийнятий закон про морські порти, який розділив адміністративну і господарську діяльність. І нам дуже важливо було проаналізувати ситуацію, що ж відбулось, наскільки змінюється інфраструктура, які виконуються роботи по залученню інвестицій, сучасне обладнання, як вантажопотоки працюють, чи є транзитні вантажопотоки, тарифна політика. Звичайно, з економічної точки зору перший квартал був негативним. Це пояснюється в першу чергу наслідками карантину, ковіду, бо і Європа була закрита, але і з доповідей виконуючих обов'язки керівників морських портів є перспектива, що десь в травні місяці ми вирівнюємо ситуацію. Чому я зробив наголос на виконуючих обов'язки? На жаль, у нас всі порти виконують, керівники виконують обов'язки, немає призначеного повноцінного керівника, і це теж питання, яке буде нами поставлено перед міністром. Я маю намір запросити міністра саме для того, щоб в області предметно обговорити цей блок питань. На жаль, цифри яскраво показують, якщо ще в 2010 році область садила 3200 гектарів лісів, то в 2020 році всього 58 гектарів. Мною дано доручення розробити програму «Ліси Одещина», вона підготовлена. Найближчим часом, 18 червня, планується проведення сесії обласної ради, вона буде презентована, прийнята, з тим, щоб ми вийшли на науково обґрунтовану цифру по лісистості в регіоні. Зараз вона на 6,2%, а по нормативам має бути 9%. Тобто нам щороку, як мінімум, треба по 1,5-2 тисячі гектарів лісів садити. А для того, щоб земля використовувалась ефективно, то вона має бути захищена, і ліси тут відіграють основну роль. После брифинга нам удалось взять комментарии у участников коллегии, директора Департамента аграрной политики, продовольствия и земельных отношений Одесской облгосадминистрации Аллы Стояновой, председателя Измаильской райгосадминистрации Родиона Абашева, председателя Белгороднестровского райсовета Григория Мельниченко и Измаильского городского головы Андрея Абрамченко. Все знают, что курорт, рекреация – это должен быть серьезный источник наполнения бюджетов ОТГ. Но когда мы начинаем анализировать вот с Павлом Петровичем Павленко, это ОТГ Шапская, мы проанализировали, сколько заплатило налогов вот все базы отдыха на так называемую, у нас есть затока заканчивается, начинается якобы колхозная территория, она отнесенная к Шапской ОТГ. Вот все налоги. Это ПДФО, налог на землю, налог на недвижимость, туристический сбор, акцизы. Вот всего вместе в громаду зашло более 3 миллионов гривен за сезон. Ну, я вам скажу сразу, как вот руководитель района, и если бы я, допустим, был бы головой ОТГ, вот такое количество налогов, оно вообще не интересно. Это ни о чем, понимаете? Когда начинаешь интересоваться, а где ПДФО, там несколько сотен тысяч всего.
Они говорят, ну мы же сейчас не работаем. Ну, задаю закономерный вопрос, уважаемый. Ну вы должны относиться, не, может быть, вы власть не уважаете, но вы должны относиться хотя бы к своей громаде по-человечески. Ваши базы отдыха что, находятся без охраны весь год? У вас нет охранников? Есть охранники, но они же не официально не оформлены. А если посчитать количество баз отдыха и всех охранников, которые там находятся, а потом начинаются садовники, люди, которые убирают, там, красят и все остальное, это вообще никаким образом нигде не оформляется. Я уже молчу за обслуживающий персонал, все это находится в очень большой тени. Поэтому, если вы хотите, чтобы власть помогала вам, вы должны каким-то образом легализовываться и платить налоги. Власть должна со своей стороны, может быть, на каком-то первоначальном этапе, для того, чтобы это все, скажем так, посчитать и систематизировать, не гнаться за большими налогами. Поставьте минимальный налог на недвижимость, налог на землю. Просто приведите в чувство, чтобы все начали платить. А потом через год, через два, через три, когда будет уже генеральный план развития территории, когда уже будут дороги сделаны, когда будет освещение и все остальное, набережные, тогда уже можно поднимать налоги. И самое главное, вот это со стороны власти, для меня это было шок. Вот я только полгода работаю головой районного совета. Ну, чтобы вы понимали, я такого еще нигде не встречал. Вот ты приезжаешь в нашу затоку, на наши курорты, ты нигде не имеешь страховки медицинской. А это очень колоссальный доход наших больниц и наших бюджетов. Потому что турист приезжает, он должен заплатить туристический сбор, он должен купить себе страховку, потому что, что бы ни случилось, он лечится в наших больницах, а страховки нет. Потом начинают ругать, что у нас больницы в плохом состоянии, что у нас врачи не те, что у нас медикаментов не хватает. А у нас проходят миллионы туристов через наши курорты, миллионы, а никто не имеет ни одной страховки. Где, скажите, пожалуйста, в Египте, в Турции, в Болгарии есть такая вот возможность не платить налоги, не покупать страховку? Много уделилось времени это изучение вопроса морехозяйственного комплекса. Одесса – портовый город. У нас несколько десятков портов, но они все почему-то находятся сегодня, такая, может быть, политика нашего государства. Они все находятся в убыточном состоянии, закрываются социальные объекты, сокращаются рабочие места. Убытки какие-то непонятные, к чему это ведет, ну, хотим продать, подталкиваем, чтобы это все продалось, государство неэффективный собственник, а это все, этот большой, этот морехозяйственный комплекс, это львиная часть бюджета области. Сегодня там какие-то налоги платятся, но это не тот ресурс, который должен был быть платиться. Поэтому изучали этот вопрос, смотрели, были поставлены задачи. Будем обращаться к профильным министрам, будут подготовлены соответствующие протокольные обращения. Будем надеяться, что каким-то образом повлияет на эту ситуацию, потому что то, что происходит непосредственно в портах, на местах, мы просто видим ежедневно. Срезается металл, вывозятся краны, техника уходит в неизвестном направлении. Разрушается инфраструктура, вы понимаете, ее просто никто уже никогда не построит. Ну, можно продать остатки порта, а дальше что? Какой инвестор будет его восстанавливать? ОТГ, те, которые понимают эту важность, они должны взаимодействовать сегодня с лесхозом, где-то помогать, где-то покупать эти самые насаждения, высаживать и охранять, потому что сегодня это все в их полномочиях. Я не исключаю, что по итогам этого года и, возможно, в следующем году будут уже первые ласточки, будут укрепления ОТГ происходить, и более сильные будут поглощать слабые ОТГ, потому что сегодня где-то на уровне 60% ОТГ Одесской области неплатежеспособные. Они сегодня пытаются как-то управлять, но, к сожалению, мой опыт, который я сегодня вижу, объезжая все ОТГ Белгородского района, я могу на пальцах одной руки пересчитать руководителей из 16. Это те, которые знают, что они делают. У них все получается, у них программы, они планируют уже следующий бюджет, они знают, что они будут делать через 2 года. А большая часть голов ОТГ, они не знают, что будет завтра. Понимаете? И вот эта беда, потому что вот эта ситуация, она ставит заложники у людей, а люди это...
тот же самый бизнес, это социальная сфера, это дети, это старики. Ну, это может привести к тому, что наши села еще в разы уменьшатся. Люди будут искать рабочие места в других регионах, в других городах, а села будут покидать. Сегодня прошла коллегия в Одесской государственной областной администрации под руководством Сергея Рафаиловича Гриневецкого. Одним из основных вопросов, которые требуют решения, это очень низкий уровень средних заработных плат в таких сферах, как сельское хозяйство и строительство, и торговля. Этой сфере необходимо будет уделить пристальное внимание. Будут проводиться проверки на предмет соответствия количества работников на производственных предприятиях с объемами производства. И если будут выявлены несоответствия объемов, то будут приниматься соответствующие меры. Просьба убедительная к всем предприятиям аграрного сектора промониторить свою деятельность, пересмотреть кадровую политику, пересмотреть свою управленческую сферу и принять соответствующие решения для того, чтобы упредить от ненужных проблем. Что касается наполняемости бюджетом ОПДФО, вопрос сложный. Эпидемия COVID несла свои серьезные коррективы. Если брать город Измаил, в прошлом году мы сработали минус 100 миллионов в общих поступлениях местных налогов и сборов. В этом году тоже образуется определенное невыполнение. Работа ведется по предупреждению. Работает комиссия, приглашаются предприниматели. Понятно, что мы сегодня входим в положение бизнеса, которое испытывает большие сложности. Но это не снимает ответственность перед бизнесом, социальную ответственность, уплаты официальной заработной платы и, соответственно, налогов, отчисления в бюджеты всех уровней. ПДФО отчисляется в городской бюджет, областной и государственный. Позавчера была Zoom-конференция, где важный документ сейчас будет приниматься в Верховной Раде. Порядок уплаты подоходного налога. Скорее всего, будет принято решение, что подоходный налог будет уплачиваться в полном объеме, ну, пока процент 60% в город, но по месту размещения предприятия, филиала и так далее. У нас сегодня есть проблемы, потому что у нас часть предприятий пытаются перерегистрироваться в других населенных пунктах, чтобы уйти от налогообложения в городе. И так далее. Я думаю, что после принятия закона в Верховной Раде все вернется на свои места. Город дополнительно получит порядка 5-7 миллионов гривен. Доход бюджета – это нормально. По портам. Ситуация сложная. Потеряно большое количество грузов. В основном это транзитные грузы. А проблема в порту, соответственно, она сказывается на проблеме заработной платы. Мы надеемся, что порт Измаильский не самый худший. И не самый лучший, он в среднем положении. Сегодня заслушали порты с большими убытками. Наш порт работает безубыточно. Но самое главное, что я считаю как городской голова, это поднятие заработной платы. Чтобы осталось то количество работающих, сколько осталось, это 1250 человек. Сегодня средняя зарплата в порту 14-16 тысяч, средняя зарплата. Хотя буквально в прошлом году она была выше, и позапрошлом. Вернуться на позапрошлый год, на 19 год, когда зарплата средняя была 18 тысяч. Касательно первого вопроса, действительно, сегодня наполнение бюджета недостаточно. То есть все испытывают дефицит финансирования, поэтому создаются рабочие группы, задача которых будет контролировать оплату налогов предприятиями, предпринимателями. По вопросу порта, действительно, сегодня все порты, мы услышали доклады абсолютно всех руководителей портов. Мы услышали то, что сегодня порты переживают действительно серьезный кризис. И это не только, скажем так, как Ренейский порт, но это и ведущие порты, такие как и Ильичевский, Южнинский и Черноморский. Есть инициатива, которая будет прописана в распоряжении, и в результате этой коллегии будет отправлена на кабинет министра для того, чтобы была оказана помощь. В части лесов, лесовых насаждений, как бы выступал руководитель департамента, который как бы объяснил, что ситуация сегодня ухудшается, к сожалению, и количество высаженных деревьев значительно снизилось. Также будут разработаны мероприятия в этом направлении,
количестве увеличения зеленых насаждений.